Я должен выпутаться из этой ситуации. Эта подписчица меня доконает рано или поздно, и я не знаю, что с ней сделать. Она забрала Антона. Она забрала телефон Кати. Я в принципе не знаю, где Катя, потому что я не могу выйти с ней на связь уже примерно 5 дней. И я не знаю, что мне сейчас делать. Мне кажется, или я должен выполнить все требования этой сраной подписчицы, которая или меня хочет убить, или выпилить всех моих знакомых, или у меня просто других вариантов нет. Я должен ей сейчас позвонить, я должен пойти у нее на поводу. Антон! Пропал. Катя пропала. Ребят, я не знаю, если и вы сейчас еще лайк не поставите на этот ролик, тогда я вообще не знаю, что будет. Поставь, пожалуйста, лайкусик прямо сейчас. Давай мы с тобой наберем 30 тысяч лайков. Я обещаю, то, что я вытручу эту подписку и верну Антона, и верну Катю. Ну, все зависит только от тебя и только от меня. Твоя поддержка напрямую зависит с моим желанием записывать ролики и также рвать всех на своем пути. Подпишись, пожалуйста, сейчас на канал, чтобы никогда не пропускать мои ролики. И чем больше наша армия, тем больше жару мы дадим этой сраной подписчице. Ладно. Ладно. Надо с ней просто что-то делать. Возьми трубку и скажи, пожалуйста, где Антон. Возьми трубку. Алло? Алло? Это ты? Да, это я. Пожалуйста, верни Антона и скажи, где Катя. Пожалуйста, ты хватит. Ты пипидастер? Кто? Ты пипидастер. Сама ты пипидастер, верни Антона! Верни Антона, я сказал! Угу. Чё? Угу? И Катю верни! Верни телефон и скажи, где она! Верни, пожалуйста, Антона. Гони фотку. Какую фотку? Не буду я с тобой фоткаться, все! Если ты со мной не сфоткаешься, я выпалю тебе глаза. Окей, я с тобой сфоткаюсь, но верни, пожалуйста, Антона и Катю. Я обещаю то, что я с тобой сфоткаюсь. Верни, пожалуйста. Пожалуйста, верни Катю и Антона. Я обещаю то, что я с тобой сфоткаюсь. Обещаю, пожалуйста. Так, выбирай, либо Антон, либо Катя. Катя, конечно. Антон, значит, хорошо. Я сказал Катя, не Антон, а Катя. Угадаешь загадку? Найдешь Антона. Слушай, ты... Давай, хорошо, все хорошо. Давай, диктуй загадку, я слушаю внимательно, слушаем, ребят. Слушай, там, где страдает хороший человек, тот, кого ты неоправданно наказал и погубил, лежит записка с указанием, которое необходимо выполнить. И там будет Катя? Ты дебил. Пошла в пень! Дура малолетняя! Фу! Господи! Ладно. Нам нужно угадать, что она от нас хочет. Отгадать, не угадать, отгадать. Там, где лежит... что она сказала? Там, где какой-то человек страдает, которого я погубил и что-то незаконно наказал, неправильно наказал. Там будет записка... Какой человек? Окей, подождите. Там, где человек, которого я погубил. Менеджер? Жизнью... Так, давайте посмотрим. Подождите. Геннадий Васильевич, Зинаида Петровна, Михайлович! Бомжара? Я никого не губил. Реально менеджер может? Я не помню, я уже забыл, что она сказала. Она вроде что сказала, там, где человек, которого я якобы там погубил, он где-то там что-то находится, который незаконно страдает. И я видел то, что даже некоторые из вас, ребята, мне писали то, что я, ну, слишком жестко обошелся с менеджером. Я просто его закрыл в подвале, и он просто там сидит уже на протяжении 3 или 4 серий. С кем? С кем я еще мог как-то незаконно, беспардонно, неприлично... Я даже не знаю. С кем я еще как-то мог плохо поступить? К-
кому я еще мог испортить жизнь? И кого еще мог наказать? И кто из-за меня страдает? Ты! Да сомневаюсь, ребят, я ему даже дал еду, которую он уже жрет примерно 10 серий, но никак не может сожрать. Поэтому я заберу ее обратно, зачем будет еда пропадать, если я сам могу ее заточить? Что я еще здесь мог забыть? Кого я здесь мог забыть? Контрабандюганы в этом сезоне жизни ютубера? Нет, пацаны, я вас никогда... Ну, да, я вас немножечко когда-то там обманывал, но... Ничего страшного! Вы же на меня не злые! Не обижайтесь, все нормально, вот им вообще посрать! Остается только менеджер, потому что я даже видел, что некоторые подписчики мне действительно писали то, что я очень плохо поступил с тем, то, что я забрал бизнес у этого менеджера. Пофиг на этот бизнес, но плохо то, что я его закрыл просто в подвале, он до сих пор там валяется. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что я прав, я надеюсь, что я смогу отгадать загадку с первого раза. А то, что эта сволочь закрыла где-то Катю, то, что она забрала у меня и у Кати Антона, она как бы не учитывает то, что она плохо с нами поступает, она как бы не учитывает то, что она чью-то жизнь портит. Может, Антон там уже завял, кто его знает. Возможно, все, Антона уже больше нет, мы этого не знаем, ребята, пока она не отдаст его. Это еще самая минимальная проблема. Где Катя? Ладно. Я надеюсь, что все же это менеджер. Сволочь ты такая в Гуччи линза! Так, сундук. Отдай! Отдай! Это точно ловушка! Слышь ты, пердоля, я беру в руку свой пистолет! Я просто возьму в руку свой пистолет, я его сейчас заряжу. Если ты хотя бы рыпнешься, если ты хотя бы на меня руку поднимешь, или если ты... Попробуешь отсюда убежать, я сразу тебе башку твою прострелю, обещаю. Я не смогу туда зайти, потому что дверь открывается только с одной стороны. Если я туда забегу, я сам себя там закрою, и все. Я не могу отсюда достать до сундука, поэтому я должен сломать дверь. Я еще раз тебя предупреждаю, я сейчас буду ломать дверь. Если ты хотя бы пошевелишься, я тебе прострелю твою голову. Честно, вот прям честно. Поэтому сиди, мать твою, на месте. Я просто заберу этот сундук. Я заберу то, что там находится. Сидеть, мать твою! Сидеть! Не вздумай. Не вздумай рыпнуться, собака. Не вздумай. Я сказал, не вздумай! Сволочь! Смотри мне. Где дверь? Где дверь? Не рыпаться. Все. Записка есть. Записка есть. Можно валить отсюда. Окей, я пересмотрю свое решение по поводу менеджера, и, возможно, я с ним как-то по-другому поступлю. Но это будет в следующей серии жизни ютубера. Так, записка. Я должен выполнить эти требования, как она сказала. Ты должен доказать, что ты действительно хочешь вернуть Антона. Разве похоже на то, что я не хочу вернуть Антона? Сделаю себя на лбу татуировку лох, и я отдам тебе его. Не спрашивай, зачем это нужно. У меня есть какой-то другой вариант. Вы понимаете то, что она просто зарубит Антона, или она, я не знаю, зарубит Катю, не дай бог. Что мне делать? Что мне остается делать? Ладно. Я надеюсь, я правильно написал, я надеюсь, то, что нормально все там выглядит, потому что, ну, как бы, сложно у себя на лбу писать. Все! И что мне сейчас сделать? Окей. Я написал на лбу себя лох. Да, она просто позорит меня перед вами. Да похрен! Верните мне Антона и верните мне Катю, мать вашу! Ребят, до чего я докатился? Как? Как мне вообще... Алло? Ну что, все выполнил? Да, все, поздравляю, ты меня просто опозорил перед всеми моими подписчиками. Да, я выполнил. Тебе смешно, да? То есть тебе от этого смешно? Тебе просто, ты просто угораешь надо мной, да, как я понимаю? Да, ты угадал, ты прав. Верни Антона. Антона, верни, малолетняя, верни Антона прямо сейчас! А я не верну тебе Антона, я пошутила.
Слышь ты, козявка бездомная, в смысле ты пошутила? Верни Антона! Слушай ты, рот закрой. Ясно? А ты Антона верни. Ну ладно, я вообще-то слова на ветер не кидаю, поэтому... Антона я тебе верну. Ну? Он вернулся домой. В смысле, куда домой вернулся? Я не понимаю. Ну, потому что ты тупой. Подожди. Сейчас я зайду и сейчас я посмотрю. Сейчас, подожди, пожалуйста, подожди секундочку. Не бросай трубку, я походу понял где. Сейчас я посмотрю, сейчас, подожди. Ты говоришь, он домой вернулся, да? Подожди. В смысле тупой? Ты мне говоришь, что он домой вернулся. Как я могу понять то, что... Куда он домой вернулся? У меня есть одно предположение. Сама ты пип... Да, он есть, он... Спасибо большое, то, что Антона вернула. Верни еще Катю, пожалуйста. Разве я мало намучился, настрадался? Верни Катю. Катю не вернул? Так Антон только для того, чтобы Кате его вернуть. Катя меня бы убила бы за это. Верни, пожалуйста, еще Катю. Ты же понимаешь то, что теперь я тебя найду и просто отшмагаю тебя по заднице так, чтобы никогда тебя батя твой так не шмагал за Катю, понимаешь? Давай, удачи. В смысле удачи? Верни Катю, сволочь мелкая! Пока. Чтоб тебе весь год в школе двойки были по химии, математике, алгебре, сволочь, верни Катю! Я уже давно в школе не учусь, дебил. Все, пока. Мать, что мне делать? Иди в сраку! Ребят, я не знаю, я просто не знаю. Разве я мало настрадался? Поставь лайк хотя бы, я не знаю. У меня скоро руки просто опустятся, если ты меня хотя бы поддерживать не будешь. Я... Окей, хорошо, Антона мы хотя бы вернули. Сейчас нужно придумать план. Как вернуть Катю. Твою мать, куда я вляпался?